Красноярске накрыли цех, в котором было 6 тысяч литров контрафактного алкоголя. Подпольную фабрику организовал 30-летний житель Свердловского района. Подозрительную жидкость по бутылкам мужчина разливал прямо у себя дома. Туда и нагрянули полицейские. Там оперативники нашли канистры со спиртом, пустую тару и крышки. В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,5 тысячи литров фальсификата и около 2,5 тысяч литров спирта. За свою нелегальную деятельность мужчина получил 2 года условно.